Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха, здоровья и самопознания». Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Прежде чем перейти к теме расклада, от всей души благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Огромное-огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы помогаете развиваться моему каналу. Посмотрим сегодня тему, что происходит с вашим загадным человеком. Эту тему я смотрю через день. И сегодня как раз наступил тот момент, когда мы сможем все четко просмотреть, что происходит с вашим загаданным человеком. Пожалуйста, настройтесь на него, представьте его, визуализируйте, произнесите имя, дату рождения. Не забывайте, что это общий онлайн-расклад. Подключайте свою интуицию и постарайтесь слышать именно свою информацию. Мы начинаем. Кому не хватает времени, девочки, вы всегда видео можете поставить на паузу. Итак, в каких энергиях, в каком настроении находится сегодня загаданный вами человек? Что в целом сегодня с ним происходит? О чем человек хлопочет? За что, может быть, переживает? Куда энергию сегодня свою сливает? Или наоборот, откуда пополняет, да? Посмотрим. Что бы хотел изменить в сегодняшнем дне для себя, для своей жизни в целом? К чему стремится его душа? Чего бы он хотел? Чего жаждет? Может быть, кого жаждет, да? Есть ли мысли о вас? Думает ли, вспоминает ли? Какие эмоции и чувства испытывает к вам загаданный вами человек? Его ближайшие планы в отношении вас? Что он там себе планирует? Чего желает? Что происходит у него в доме, если вы находитесь не вместе? Как у него там дела, атмосфера? И посмотрим, что вам, девочки, необходимо сегодня знать об этом человеке с точки зрения высших сил. И это будет касаться непосредственно вас. Смотрим, в каких энергиях сегодня пребывает загаданный вами человек. Но он себя, возможно, чувствует не очень хорошо, не очень активно. Подустал. Ему словно необходимо выдохнуть. Скорее всего, много сил направляет на защиту каких-то своих интересов, что-то охраняет, оберегает, стоит на защите. Давайте еще дополним, еще посмотрим, в каких энергиях сегодня находится загаданный вами человек. В каких энергиях? Ну, смотрите, очень серьезно на самом деле. Здесь человек старается быть выносливым, крепким, потому что на нем лежит большая ответственность, и он отдает этому отчет. Возможно, действительно, человек старается укрепить какие-то даже свои позиции. Если, к примеру, он является руководителем на своем предприятии, своей организации, то, естественно, ему очень важно, чтобы он был авторитетом для своих коллег. И у него может, знаете, сегодня такая энергия внутри вращаться, что-то повторяется, словно он может запутаться, кстати. Вот как по замкнутому кругу человек может двигаться, решение не находить. И смотрите, вот то, что с ним происходит, это словно укоренилось уже в нем. По идее, он должен найти выход из какой-то ситуации. То ли сил у него не хватает, да, возможно, действительно, сегодня человек должен был принять какое-то важное решение, но словно сдался, но опять-таки он это показывать не будет, да, он все равно может хорохориться, он может, ну, что значит хорохориться, да, показывать, что у него все в порядке, у него все замечательно, и он, в принципе, как говорится, на коне. Ну вот что-то скрывает здесь однозначно человек, за что-то прям переживает. Ну давайте посмотрим в событиях, да, что с ним вообще в целом происходит. В ожидании чуда здесь человек однозначно начал какой-то процесс, уже вложил свои определенные ресурсы. Это могут быть финансы, это может быть время, это может быть все что угодно. То есть был дан задел на что-то для него очень важное. И естественно он с нетерпением ожидает, когда будет результат. Но, как говорится, авос она не там, вот словно время идет, а ничего не сыпется, как говорится, ему в корзинку, да, вот эти плоды пока он собрать словно не может, то ли время не подошло, здесь человек, может быть, реально не хочет торопить что-то, но и в то же время он понимает, что те инструменты, которые, допустим, человек использует для
своего вот какого-то процесса, которому он ожидает получить результат, не работает. Вот понимаете, вот такое ощущение, не работает что-то. Догадывается? Да, девочки, догадывается. Давайте посмотрим все-таки, с чем это связано, его ожидание. Такая тягучесть. Сегодня у него, может быть, время очень долго длится. С чем связано? Вот двойственная ситуация. Вот опять-таки, да, нужно было бы принять конкретное решение. Он понимает, что нужно двигаться вперед, но его что-то останавливает, его что-то притормаживает. Опять-таки, может быть, тот момент, когда он надеется на свой какой-то опыт, но опять-таки, вот словно к нему приходит периодически осознание, понимание, что то, что он использует для получения чего-то, это не работает. Понимаете? Это не работает. И он по этому поводу может эмоционировать сегодня, понимаете? Много эмоций. Ну, то есть недовольство однозначно у него будет. Нетерпение тоже, да. Либо здесь человек конкретно что-то должен доделать, давайте так скажу, да, что-то должен доделать, и только потом идти в новое. Вот что-то его все равно останавливает, притормаживает. Хорошо, давайте посмотрим, о чем он хлопочет. О чем он хлопочет? Куда свою энергию направляет? Здесь человек хлопочет относительно того, как бы ему быть дипломатом при разговоре с кем-то, возможно, да? Как бы ему договориться, как бы ему урегулировать какой-то очень важный для него момент, вопрос, ну, как говорится, чтобы и овцы были сыты, и то есть овцы целы и волки сыты. Вот где-то примерно об этом. Он пытается сегодня как-то маневрировать ситуациями. Две двоечки уже выпадают, он действительно может стоять вот на таком серьезном выборе, и для него это очень значимо, потому что от этого может зависеть в дальнейшем его какая-то стабильность, его собственный авторитет, его статус. Это тоже имеет большое значение. И здесь человек понимает, если, к примеру, он, ну, допустим, да, поторопится, быстро примет решение, то, возможно, это будет для него чревато. И вот здесь он пытается то ли действительно время оттянуть, но, понимаете, вот это вот тогда, когда он оттягивает это время, для него это мучительно, для него это болезненно. Здесь идет речь об этом. Ну, давайте посмотрим, с кем пытается тот человек договориться. Что он тут балансирует у нас, да? Пытается найти какое-то равновесие. Золотую середину, да? Словно. Здесь человек хлопочет о каких-то своих искушениях. Ну, здесь, конечно, предположений может быть масса. Все-таки выходит пентакли, да? Давайте начнем с самого, самого главного, да? Могут здесь предлагать ему не совсем честный подход по увеличению своего капитала. И здесь человек реально может искушаться. То есть, опять, да? Возможно, у него уже был какой-то опыт, и этот опыт болезненный. Ну, к примеру, человек купил некие акции, и это ему вышло не впрок, давайте так скажем. Ну, может быть, что-то с этим связано, понимаете, но он искушается. А вдруг выгорит, а вдруг мне повезет и так далее. Если мы не говорим прям про акции, то в целом, да, то есть здесь какие-то могут быть махинации. Но, смотрите, император, конечно, может себе позволить такие процессы, может, но, опять-таки, нужно понимать, на нем лежит большая ответственность. Вот сегодня для вашего загадного человека что-то очень глобальное, важное происходит в сегодняшнем дне. Либо пан, либо пропал. Вы знаете, примерно из этой серии. Для кого-то может, конечно, тут идти информация относительно выбора партнера или партнерши. То есть здесь нужно, опять-таки, ему четко для себя понимать,
с кем ему будет, допустим, ну, более выгодно, что ли. Ну, а в целом здесь человек пытается усмирить, вот, чтобы не было перекоса, вот, его влечение кому бы то ни было, либо к чему бы то ни было. Здесь идет вот такой момент. Вот прямо он его тревожит, да, некий соблазн. Хорошо, чтобы он хотел изменить для себя, для своей жизни. Что бы он хотел изменить? Карта на самом деле очень хорошая. Это исполнение всех желаний, да? Возможно, здесь человек хотел бы изменить желание. Давайте более подробно разберем, о чем здесь желание его. О чем здесь желание? Какое желание он хочет поменять? Какое желание он хочет поменять? Желание. Вот если был бы у него шанс, возможность оставить что-то себе, вот это бы он оставил девочке. Опять, это может быть все, что угодно. Ну, либо кто угодно, да? Все-таки это общий онлайн-расклад. И, конечно, ситуации у всех будут разные. Но суть одна. Здесь человек хотел бы оставить что-то при себе. Скорее всего, здесь человек что-то потерял. Как-то растранжирил, возможно, да? Не удержал. Легко, может быть, как-то среагировал на что-то. Ну, то есть не смотрел далеко идущие такие далее планы. Где-то не подрасчитал что-то, понимаете? Вот словно такой момент. И вот в сегодняшнем дне он хотел бы изменить вот это желание. И от того, что он, допустим, к примеру, ранее отказался, он хотел бы, чтобы это осталось при нем. Хорошо. К чему стремится его душа? К чему стремится его душа? Здесь он словно хочет что-то для себя уточнить. Ему словно не хватает некой информации для сложения общей картины. С чем это будет больше связано? Давайте посмотрим. Где ему, в чем ему не хватает информации? Где, в чем ему не хватает информации? Вот душа его стремится найти какой-то вот словно дополнительный ресурс. Вот здесь тоже информация, она немножко, знаете, иллюзорная. К чему стремится его душа? Вот знаете, если бы, ну, условно, да, если бы у него была бы волшебная палочка, то он смог бы осуществить все свои безумные фантазии, которые вообще у него есть. И это может касаться и любовной сферы, и материальной, и финансовой, и так далее. То есть здесь человек вот реально хотел бы осуществить какое-то безумие для себя. Понятно, что здесь человек такой заземленный, но несмотря на его вот эту практичность, стабильность, он может, девочки, впадать в мечтания, в иллюзии, видеть какие-то картинки для себя. И смотрите, здесь его душа, она очень такая особенная. В каком плане? Он реально может проживать здесь двойную жизнь. То есть в материальном мире он будет транслировать себя одним человеком, а внутри где-то проживать словно другую жизнь, такую, какую он хочет. Здесь у него масса обязательств, здесь много того, что, допустим, человека заставляет идти на выбор, отказываться от каких-то его искушений, возможно, да, то есть
А вот в том мире, где он проживает, вторую, так неосознанно будем говорить, да, вот там он может творить все, что угодно. Там может и 15-го включать, и он может там быть и супер, я не знаю, боевиком, к примеру, или супер Скруджем Макдаком, то есть таким богатым человеком. Здесь он может быть многоженцем, ну и так далее, девочки. То есть здесь... Все, что угодно, разные фантазии. Это я так примерно образно вам привела примеры, но вот что-то такое. Он хотел бы осуществить все свои мечты. Мечты. А он этого сделать, девочки, не может, потому что, ну, какие-то шансы он в свое время уже упустил. Здесь на дне колоды пятерка кубков, да? То есть однозначно здесь волей судьбы, наверное, да? И либо по его собственной вине он действительно упустил что-то очень важное для себя. Есть ли мысли о вас? Думает ли, вспоминает? Да, девочки, думает, вспоминает. Вы для него, женщина, проходите по девятке пентаклей. Вы красавица. Вы самодостаточны. Вы... грамотные, вы утонченная, вы похожи на девушку, которая, возможно, голубых кровей, такая вся элегантная, аристократка, другими словами, да? Но и в то же время, несмотря на вашу тонкую, изящную натуру, здесь человек вас видит все равно такого целеустремленную личность, достигатора, который умеет правильно планировать свою жизнь, правильно умеет распоряжаться своими финансами. Вы смотрите далеко вперед, в будущее, на несколько шагов, как говорится, видите всю ситуацию, как будут складываться обстоятельства. То есть у вас есть такая жилка. У вас есть, кстати, деловая вот хватка такая, безусловно. Несмотря на то, что, девочки, вы... девушка, женщина, у вас все равно проявляется вот это вот мужское качество бизнесмена, бизнесвумен. Это он вас подмечает. Вы также чувственны, эмоциональны. Понимаете, у вас для вас есть все равно разделение, да? Допустим, на работе я, значит, вся в процессе, я буду соответствовать тому делу, чем я занимаюсь. Тогда, когда вы находитесь с друзьями, вы можете себя вести иначе. Ну, то есть так, как нужно, да, легко, не напряженно, допустим, да, открыто. И также в отношениях с мужчиной вы вообще тоже можете быть другой, откровенной, влюбленной. Вот он вас такой видит. Вы для него очень ценная. Вы для него очень ценная девушка. Девушка, женщина. И вы практичны. Вот смотрите, он тоже в какой-то степени заземлен. Материальное вам ничто не чуждо, понимаете? Вы все равно ориентированы на благосостояние, так же, как и он. Вы оба амбициозные два человека. Вы ставите перед собой цели и, как правило, их достигаете. Вы можете пойти, как говорится, на какие-то такие уловки, моменты, но во что бы то ни стало, вам надо добиться того, чего вы хотите. И вы, как правило, достигаете результата. Еще что думал о вас, загаданный вами человек? Что еще? Королева Пентаклей. Вы можете являться его супругой, либо вы являетесь... не его супругой, чьей-то супругой, да? Но в целом концепция какова? Вы для него очень ценная. Мало того, что, девочки, у вас есть вот эти все прелести, красота, изящество, так вы еще плюс ко всему умеете создавать домашний уют. К вам хочется приходить домой, потому что у вас чисто. Потому что у вас вкусно пахнет. Потому что вы хозяюшка. У вас есть этот дар. Вы хорошая мама. Вы умеете правильно воспитывать своих детей. Девятка Пентаклей, королева Пентаклей, девочки. Вы делаете все правильно.
У вас нету, как правило, скорее всего, перекосов. Но если бы тут, конечно, другие какие-то арканы выходили более негативного порядка, я могла бы сказать, что вы где-то перегибаете палку. Но здесь нет. Вы делаете все постепенно, размеренно. И он это ценит в вас. Вам можно довериться, на вас можно положиться. Вы можете быть другом, вы можете быть, опять-таки, соратницей, вы можете быть любовницей, вы можете быть заботливой просто женщиной. Вы разная, но и в то же время вы целая личность, то есть вы цельный человек, у вас есть свои интересы, у вас есть свое дело, у вас, вы не будете, понимаете, заморачиваться, к примеру, и останавливать свою жизнь, допустим, если из вашего ритма жизни что-то выпадет. Нет, вы все равно будете пробиваться вперед, потому что вы такая. Пусть где-то медленно, пусть где-то притормаживаю, как говорится, чуть-чуть шаг вперед, и немножко я буду делать два шага назад. Все мы люди, все мы спотыкаемся. Но вы все равно придете туда, куда вы хотите. И это он вас ценит, потому что вы упертая. И это ему нравится, потому что он сам такой. Ну, по крайней мере, энергию его сегодня показывают однозначно. Но, видите, здесь человек тоже не действует с кондачка. Ему очень важно принять правильное решение. Он будет все равно задумываться о завтрашнем дне. Ему необходимо держать марку. Возможно, действительно, ваш загаданный человек, он занимает высокопоставленную должность. Император, дьявол, это может быть действительно при правительстве человек, который, на которого возлагаются масса ответственности и обязательств. Естественно, он не должен как-то вести себя, ну, необдуманно. Какие эмоции, чувства испытывает к вам загаданный человек? Ох! Но тут у него в чувствах, девочки, в отношении вас идет мощнейшая трансформация. Что-то у него меняется, девочки. Вы своей вот этой вот цельной структурной личностью, вы словно его как-то вот дали ему задуматься над чем-то очень таким глобальным, важным. Давайте посмотрим, да. В какую сторону меняются его чувства? В какую сторону меняются его чувства по отношению к вам? В какую сторону? В какую сторону меняются его чувства? Девочки, вы сами видите, да? Двойка чаш. Мы спросили, в какую сторону меняются его чувства. Здесь человеку приходит осознание, понимание, что вы для него та женщина, которая действительно его поддержит, и вы его пара. У него словно к вам открывается второе дыхание, там, или третье дыхание, или какое, я не знаю. Но здесь у человека действительно проходит вот внутренний такой процесс, он болезненно проходит, по сути. И это не такой быстрый процесс, понимаете? Это шаг за шагом, день за днем, минута за минутой. Здесь может быть неделя за неделей, девочки. У всех по-разному. Но он меняет свое вот это вот мироощущение к вам. И он словно наполняется, осознавая тот факт, что вы для него человек по душе. Его безумно к вам тянет, девочки. Вы для него очень таинственны, вы для него очень загадочны, и вы для него очень манкая женщина. Потому что у вас есть выдержка, у вас есть тайные знания, у вас есть мудрость. Вы этому человеку очень много можете дать, и он это прекрасно понимает и осознает. Вы для него очень ценная. Но здесь не про речь о том, что реально вы ему можете что-то, какие-то ресурсы дать, прокачать его. Нет, у него здесь действительно внутри по отношению к вам словно
нарастает вот этот мощный потенциал любви. Здесь есть чувство, девочки. По крайней мере, он это в себе открывает, прорабатывает. Да, это долгий процесс. Семерка пентаклей. Угу. Его планы в отношении вас в ближайшем будущем. Туз чаш, девочки. Он хотел бы с вами однозначно наполнение. Он хотел, чтобы вот этот кубок был наполнен чувствами, эмоциями, любовью. В этой колоде аркану очень такой яркий туз чаш, он мне так нравится. Он как словно завораживает, девочки, и ты в нем утопаешь. Его планы утонуть в чувствах любви. Потому что, девочки, он, возможно, вами также искушается. Вы для него как лакомый такой кусочек, понимаете? Вы для него очень сладкая женщина, очень манкая женщина. Его планы в ближайшем будущем, его планы. Девочки, королева чаш. Возможно, здесь человек хотел бы признаться вам в своих чувствах. Вот мне почему-то сейчас идет такой поток. Он вас не просто, к вам испытывает эмоции, а он словно какое-то как обожание в вас есть. Ему хотелось бы вас схватить и никому не отдавать и не отпускать. Он хочется словно девочки вами напиться. Он хотел бы, чтобы... Вот в его планах он хотел бы, чтобы вы ему дали столько много чувств. Вот, чтобы он реально прям чуть ли не захлебнулся. Ну, извините, что так говорю, но здесь действительно много, понимаете, много кубков. Три карты кубковые. Много эмоций. И они очень сильные, эти карты, сильные арканы. Что у него происходит в доме, если вы находитесь, не вместе, да, проживать? Что у него происходит в доме? Судьбоносные события происходят. Колесо фортуны. Возможно, какая-то удача может улыбнуться. Сейчас мы, конечно, дополним. Либо какой-то цикл у них может в доме заканчиваться. О чем здесь больше спрашивают? Какие-то однозначно судьбоносные события. Вот понимаете, здесь идет такая ситуация, что мужчина может на данном периоде времени взять руководство вот там, где он живет, в свои руки. То есть он чувствует себя сильным, даже где-то властным, активным, целеустремленным. У него есть возможность движения. Он решается словно на какую-то поездку, девочки. Либо в целом здесь мужчина хотел бы поменять статус-кво в свою пользу. Ну, то есть, чтобы... как-то вот все вопросы решал он внутри, в доме, понимаете? Здесь активность однозначно. Здесь человек стоит во главе этого дома. То есть он на высоте. И его будут слушать. И вот то, что мы спрашивали, да, чтобы он хотел изменить, вот, скорее всего, вот это как раз у него и меняется, то есть вернуть свое какое-то положение словно в доме. И это у него получится.
Что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил? И это будет касаться непосредственно вас, девочки. Королева мечей. А он вас боится. У него есть какая-то опаска относительно вас. Если, допустим, вы сейчас в ссоре, не общаетесь, то здесь человек боится вашей реакции. Допустим, если он к вам пожелает проявиться, он реально боится вашей реакции. Если у вас все хорошо, у вас все замечательно, то здесь человек может немного переживать на то предложение, которое он вам озвучит. То есть вы можете дать какой-то отказ. Вот он может немного понимать, что вы не поддержите его в каком-то моменте. Возможно, так. Давайте дополним королеву мечей. Смотрите, здесь либо человек хотел бы от вас получить реально какой-то помощи, да, и эта помощь должна быть, знаете, такой какой-то быстрой. То есть такое ощущение, что он вам быстро что-то произносит, быстро что-то говорит, он вам даже словно не дает времени опомниться, и он уже это получает. То есть здесь вот примерно такая какая-то история. То есть здесь ему хочется вот словно получить от вас сразу все здесь и сейчас. Но видите, он немного сомневается, а пойдете ли вы на вот этот контакт? Согласитесь ли вы с ним провзаимодействовать, обменяться вот ресурсами? Состоится ли этот энергообмен? А ему этого очень хочется, у него желание. Девочки, возможно, у него как раз такие безумные фантазии, мечтания. Тут, видите, еще на дне колоды король жезлов. Это, такой активный мужчина, очень сексуальный, у него такой, повышенный тестостерон, и вот, он прям мужчина-мужчина, понимаете? У него там, какие могут быть мечтания в отношении вас. Поэтому что вам необходимо знать? Вы ему нужны, вы ему важны, но он боится вашей реакции. Как вы на это отреагируете? Но здесь человек, конечно, хотел бы взять все в свои руки, взять, как говорится, под свой контроль и получить желаемое. Он нацелен здесь, давайте так скажем, на победу. Получится у него? Тут 50-50, 50 на 50. Будет все, девочки, зависеть от вашей реакции. Он может быть твердым в своем решении. Здесь, если человек действительно к вам подходит с очень ярким предложением, допустим, возможно, действительно вам, девочки, нужна будет какая-то помощь, он готов будет ее на самом деле вам оказать, да, материальная поддержка. Вы можете не принять эту помощь, кстати. Но он будет настойчив, понимаете? Ему... Почему ты будешь настойчив? Просто чуть-чуть, раз мы так уже начали. Почему ты будешь настойчив? Девочки, потому что он не хотел бы с вами терять никакой контакт. Он не хотел бы с вами терять связи. Вы для него очень значимая женщина. Поэтому он будет тверд в своих словах, в своих предложениях. Можно ли будет ему доверять? Вот такой еще вопрос хочется задать, потому что здесь все-таки выходит немножко, меня настораживает вот этот вот 15-й, да, можно ли будет доверять загаданному человеку, искренен ли он будет в своих предложениях, будет ли искренность. Девочки, у него, понимаете, идет болезненное такое состояние, у него как словно безвыходное положение на самом деле, и он хотел бы поменять вот свое состояние. Можно ли ему доверять? Девочки, у него искренность будет, да, но он может вам не показать, насколько ему важен
ваше взаимодействие. Он может это не показать. А так человеку, конечно, доверять здесь можно будет. Но опять-таки, да, доверяй, но проверяй, как говорится, да. Сразу, девочки, в омут не бросаемся никогда. Наблюдаем все равно, как человек себя проявляет, что предлагает, да, то, может быть, вообще он вам, я не знаю, там какую-то аферу предложит, а вы скажете, да вы что, зачем мне это надо? Я еще жить хочу, да? Ну, что-то такое. Поэтому будьте, конечно, тоже бдительным. Все-таки королева мечей. Я думаю, что с этим никаких у вас проблем не будет. Вот такой получился сегодня расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Желаю вам хорошего настроения, солнечного дня, улыбок. И увидимся в следующих видео. Всего доброго!